Сегодня в программе о самом главном. Нарушение ритма сердца. Почему у одних он замедляется, а у других ускоряется? И кому нужно устанавливать кардиостимуляторы, чтобы восстановить сердечный ритм? Меня пугает эта история про кардиостимулятор. Если будет нарушаться генерация импульса, то здесь будет вот так. Как часто можно есть манную кашу без вреда для здоровья? И что чаще всего провоцирует хронический насморк? Вопросы от доктора. Александр Мясников спрашивает, вы отвечаете. Ответьте сначала, потом будем думать. Раны и царапины. Почему они долго заживают? Когда в этом виноват сахарный диабет, а когда неправильно оказанная первая помощь? И что делать, чтобы после них не осталось шрама? У меня рана больше полугода после ее царапки не заживает. Дай животное. Иди сюда, моя лапа. Далее в программе. Женское здоровье. Чем опасен стресс? И какое средство поможет избавиться от бессонницы?